как мы вообще до этого докатились? Технологии развиваются с огромной скоростью, от искусственных глаз до кибернетических конечностей. Все это обещает нам лучшее будущее. Наконец-то мы сможем освободиться от любых ограничений. Сила, мощь, скорость. Теперь я концентрируюсь на том, что действительно важно. А эти аугментации вообще тестировались? Некоторые говорят, что все это неестественно и что мы заигрались в Бога. Но ведь раньше люди боялись электричества. Каков был мир без него? Что будет, если эти технологии попадут не в те руки? Болезни и вирусы, которые могут уничтожить все человечество. По всему миру происходят вспышки насилия. Безумие охватило людей с механическими аугментациями. Нью-Йорк уже подтверждено 9 миллионов смертей, и это число продолжает расти. Это атака на человечество и на те ценности, которые разделяем мы все. Этих людей взломали, они неуправляемы. Что может стать адекватным ответом? Как мы можем защитить себя от повторения подобного? Я не представляю, что случилось. Я бы никогда не пыталась убить меня. Когда же правительство ради всеобщего блага начнут всерьез рассматривать идею сегрегации? Мы можем быть политкорректны или делать вид, что ничего не происходит, но ситуация становится все хуже и хуже. К растущему списку стран, требующих переселения аугментированных граждан, присоединилась Чешская Республика. У нас нет выбора. Сообщают о серьезных перебоях с нейропозином, который необходим для замедления эффекта отторжения аугментации. И мы будем сражаться за право, данное нам свыше. Право защитить наш образ жизни. Многотысячный марш стал символом роста антиаугментационных настроений. Сколько бы идиотов не вышло на улице, мы не откажемся от своих конечностей. И вам это ясно? Все то, что происходит сейчас, это массовый психоз, который щедро подпитывается СМИ. Офицер получил серьезные травмы лица. Все повторяется, инцидент за инцидентом. Вам нужно бояться, ведь они придут за вами. Мы не будем рабами корпораций. Мы восстанем. Для них мы враги. Видишь, что делают такие же, как ты? Такие, как я? Да ты говоришь, как они! Мы достигли переломного момента! Мы больше не можем так жить! Насилие вышло из-под контроля! Не остается никаких препятствий на пути этого корпоративного полицейского государства. Что они хотят с нами сделать? Зачем они строят концлагеря? Что вообще там творится? Напряжение на улицах растет. После многочисленных смертей остался лишь один способ справиться с этим кровожадным. Множество людей. Теперь вы хотите отнять у нас и свободу. И за это придется заплатить. Кровью! Множество взрывов, возможно, заминированные машины. Коалиция за права аугментированных отрицает. Но нет. Закон о сегрегации принят и вступает в силу немедленно. Аугментированных лиц просят переместиться в отдельные кварталы, спокойные и безопасные. Я не хочу, чтобы меня забрали. Мы все еще ваши соседи. Братья. Ваши сестры. Любимые. Мы потеряли все. Наши мечты. Нашу невинность. Куда вы ее ведете? Куда вы ее ведете? Нашу человечность. Что ж, в общем, вот такой вот ролик я решил привести в честь выхода этой замечательной игры на ПК. Я не знаю, я надеюсь, она будет замечательной, потому что прошлые части мне безумно нравились. И на самом деле, я вру, мне нравилась только последняя часть Humankind Revolution. Но да ладно, в общем, как-то так, ребят. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Надеюсь, у меня хотя бы как-то получилось сделать этот ролик. И надеюсь, он получился прикольным. В любом случае, всем спасибо, пока-пока, дорогие друзья. Многотысячный марш стал символом роста Язык заворачивается. Сколько бы идиотов не вышло на свои... Да, мать твою. Мы не будем рабами. Восстань. Forza Horde. Все дела.